323 году император Константин Великий стал полноправным правителем Римской империи. Он сделал христианство господствующей религией в государстве. Матери императора, Елене, предстояла миссия, повлекшая за собой череду невероятных событий. Константин любил свою мать. Теперь, когда он стал единоличным правителем огромной империи, он особенно нуждался в ее поддержке. Из уважения к матери он наделил ее титулом императрицы и приказал чеканить монету с ее изображением. Взамен он ожидал гораздо большего. Кто-то должен был стать духовной опорой для империи и для самого Константина, еще сомневающегося, но уже христианина. Что побудило императора обратить внимание на последователей Христа и самому в конце жизни принять крещение? Может быть, он увидел в иерархии реальную силу и решил не бороться с ней, а обратить на пользу империи? Или, может, Константин сам уверовал под впечатлением чуда или видения? Каков был истинный мотив, сегодня можно лишь догадываться. Во всяком случае, именно при императоре Константине церковь обрела свободу, которой никогда не имела прежде. Тогда же, по просьбе Константина Великого, царица Елена отправилась в Иерусалим и привезла оттуда реликвии, которые, как свидетельство земной жизни Господа, должны были укрепить веру обновленной империи Византии. До основания Константинополя было еще далеко, и городом Константина и Елены был Трир. С этого места мы начнем путешествие в поисках сокровищ царицы Елены. Римляне называли это место город Августа в стране Триверов. В течение 10 лет здесь находилась резиденция императора Константина Великого. Сейчас это Трир, древнейший христианский город в Германии. Он является хранителем множества реликвий, связанных с жизнью Христа. В центре города стоят ворота, почерневшая от времени часть городской стены. Через них можно войти в город, в самую старую его часть, и попытаться ответить на вопрос, каким образом христианские святыни оказались в Европе. Старые города редко помнят точную дату своего основания. С Триром вышло иначе. Он родился 23 сентября на восходе солнца. Это было в 16 году до Рождества Христова. Император Август праздновал тогда свой день рождения, и церемония закладки города стала частью пышных торжеств. Новый город преподнесли кесарю как подарок. Все дороги Трира ведут к главным воротам. Их возвели римляне во втором веке нашей эры. В качестве строительного материала использовался камень-песчаник, глыбы которого тщательно подгонялись и укладывались без раствора. Со временем пыль и сажа окрасили ворота в черный цвет. Почернело и название. Порта Нигра, или Черные ворота, называют их сегодня. Долгое время Трир был столицей западной части Римской империи. Атрибуты имперского величия он сохранил. Тронный зал императора должен был вызывать трепет у всякого, кто переступал его порог. Лишь пройдя через колоннаду и ряды личной гвардии императора, в конце зала можно было лицезреть самого кесаря, восседающего на троне. Такие здания, принадлежащие императору, по латыни «Василевсу», назывались «василиками». Учреждая христианские храмы, император Константин часто отдавал для этого свои дворцы. Оттого самый распространенный архитектурный тип христианских церквей –
усвоил название «Василики» или «Базилики». Сегодня базилика Константина – это храм одной из христианских общин Трира. Нынешние жители города не без гордости показывают гостям надпись на старинном здании «Трир старше Рима на 1300 лет». Возможно, это только предание, но многие сооружения Трира не позволяют сомневаться в его древности. В нашем городе правил и отец Константина, Констанций Хлор, правил сам Константин с 306 по 316 год, и всегда Трир был его резиденцией, его вотчиной, как и это был всегда город святой Елены. И здесь правил его сын Константин II. Мы с вами видим даже, можно сказать, династию, и именно поэтому город Трир и называют городом святых равноапостольных Константина и Елены. Римский мост через реку Мозен – настоящий урок строителям. Построенный во втором веке, он служит людям до сих пор. Пересекая реку, горожане бросали в воду монеты на счастье. Римские монеты и сейчас лежат на дне. Однажды через этот мост в город въехала мать императора Константина, царица Елена. Елену встречали с почестями. Знатные горожане, простой люд, все выстроились на площади не только, чтобы приветствовать мать императора. Жители Трира встречали хитон. Это одеяние спасителя досталось Елене с большим трудом. В Палестине она обходила селение в поисках всего, что могло быть связано с жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа. В одной иудейской семье хранилась туника Спасителя, та самая, которую не посмели разделить воины и о которой бросили жеребий. Царица выкупила святыню и привезла ее в Трир. На одном из рельефов, хранящихся в музее Трирского собора, изображена встреча царицы Елены с великой реликвией. Глава святой Елены, часть цепей, которыми был скован апостол Петр, мощи Иоакима и Анны, родителей Богородицы. Далеко не полный список святынь, хранящихся в Трирском соборе. Но главная святыня этого храма, конечно, хитон Господень. В основе Трирского собора лежит фундамент дома царицы Елены. Она отдала свое жилище для возведения храма. Сегодня он представляет собой базилику с тремя нефами, двумя галереями и шестью башнями. В комплексе с примыкающей к нему готической церковью современный собор похож на громадный рыцарский замок. Однако это лишь четвертая часть первоначального соборного здания, вмещавшего некогда 12 тысяч человек. В центре базилики ее древнейшая часть, где первоначально находилось священное деяние. В период непрекращающихся войн Трирскую святыню тщательно прятали. В 1196 году одеяние Иисуса Христа замуровали в алтаре на восточном клиросе, где оно находилось несколько веков. В то время люди забыли, как выглядит хитон. Лишь после того, как святыню извлекли из-под спуда, можно было говорить о ее подлинности. Это именно тот хитон, о котором идет речь в Писании. Когда солдаты хотели разделить его между собой, не получилось, так как не было никаких швов, и они просто физически не могли его разделить. Поэтому был брошен жребий, кому этот хитон будет принадлежать, кто его заберет себе. Все больше и больше людей задаются именно историческим вопросом. Но для церкви, для прихожан, это важно как символ веры.
Также, что касается украинских пилигримов и украинских верующих, так же, как и в России, этот хитон олицетворяет собой икону, которой люди приходят и поклоняются. Несколько раз в году служители собора разрешают молящимся войти в часовню-святилище, где с соблюдением строжайших условий хранится хитон Спасителя. В соборной хронике имеется свидетельство того, как в разные годы происходили чудеса и являлась помощь Божия многим людям, сумевшим прикоснуться к святыне или помолиться около нее. В 2012 году святыню откроют в очередной раз в дни так называемого «высокого паломничества». Трирский теолог Тимофей Китнис заблаговременно готовится к этому событию. Здесь, в Трире, благодаря той уникальной святыне, хитону Господа, которую привезла сама Елена, объявлено высокое паломничество. Оно посвящено 500-летию вот событию, которое произошло в 1512 году. В 1512 году над Европой бушуют ветры реформации уже. Да? И протестанты, последователи Лютера, Кальвина, они отрицают и святые иконы, и предания, и церковные предания, и святые мощи. И вот в этот период, в 1512 году, император Максимилиан Австрийский приезжает в Трир, он знает, что здесь находится хитон, и требует, чтобы его официально показали для утверждения всех верующих. И это событие действительно осталось замеченным всей Европой. В 1512 году хитон торжественно открывают и показывают. Даже у Альберта Дюрера есть гравюра «Поклонение императора Максимилиана святому хитону в Трире». Святыни, которые царица Елена привезла из Палестины, имели разную судьбу. Большей частью они, кроме хитона, были доставлены либо в Рим, либо в Константинополь и находились там вплоть до падения Византийской империи. Однако дальнейшая история сложна, запутанна, а сведения подчас противоречивы. Реликвии продавали, меняли, давали в приданое и дарили. Наиболее благочестивые правители европейских государств стремились приобрести священные реликвии, утверждая «больше святынь, больше покровительства». Дорога из Палестины в Рим в первые века нашей эры занимала несколько месяцев. Случались кораблекрушения, нападения разбойников, дожди и болезни. Однако чудесные находки в Иерусалиме придавали сил. Крест, на котором был распят Господь, венец, хитон. После нескольких великих обретений, сделанных Еленой, люди сами стали приходить к ней и приносить святыни. Что-то сумели сохранить первые христианские общины, собирая по крупицам память об учителе. Некоторые из реликвий обретались неожиданно, после долгого забвения, давая о себе знать из-под спуда чудесами и знамениями. Долина реки Мозель знаменита своими средневековыми замками, красивейшим ландшафтом и виноградниками. Это край виноделов. Каждая винодельческая семья владеет своим секретом вина, который передается из поколения в поколение. Многим династиям виноделов уже по 500 лет. Эта земля хранит и другие тайны. В 80 километрах от Трира находится небольшой городок Прюм, прославившийся своей уникальной реликвией. Царица Елена
перевезла хитон Господень в Трир. Впоследствии у нее нашлось множество подражателей. Средневековые последователи императрицы считали, что единственный способ спасти реликвии от неверных – перевести их в Европу. В 8 веке король франков Пипин Короткий перевез в Прюм сандалию Спасителя. Есть сведения, что сандалия попала сюда из Рима. Для нее была построена часовня, а позднее церковь. Настоятель собора и хранитель реликвии падре Роберт Люрцихер многое знает о судьбе веренной ему святыни. Франкский король Пипин Короткий поддерживал папу, не раз помогал ему в борьбе против лангобардов. За его труды папа Римский подарил Пипину Короткому сандалию Господа. Когда эта реликвия прибыла сюда, король Пипин сразу же заложил большую церковь, которая должна была сохранять эту великую святыню. Ее называли «Золотой церковью», потому что она была вся очень богато украшена и расписана золотом. Святыни, обретенные царицей Еленой, благоговейно хранились в храмах и сокровищницах Византии. Для них ювелиры изготавливали ларцы, киоты, шкатулки. Большинство из этих изделий стали произведениями искусства, однако привлекли внимание людей нечистых на руку. Во времена крестовых походов большая часть византийских сокровищ была разграблена. Начиная с XIII века, реликвии, как военные трофеи, перекочевали в Европу. Кто-то видел в них золото и драгоценности, другие почитали их, как вселенские святыни. Со временем благочестие взяло верх над жаждой наживы, и христианская Европа осознала, чем обладает. Приток реликвий в Европу стал толчком для строительства величественных храмов Средневековья. Их размеры и красота ошеломляют и сегодня. Как правило, возводились эти соборы для хранения определенной святыни. В 1164 году архиепископ Райнальд Дассельский привез в город Кёльн мощи трех волхвов. С того момента старый собор превратился в резиденцию архиепископов. А в 1248 был заложен фундамент Кёльнского собора. К тому времени искуснейший ювелир Николаус Вердунский создал знаменитый ковчег трех волхвов. Его форма необычна, она объединяет в себе три ларца одновременно. Украшением служат тысячи драгоценных камней и жемчужин. В Европе почитание трех волхвов известно давно. Называли их по-разному – звездочетами, магами, в Германии – тремя королями. Поэтому герб Кёльна украшен тремя коронами. Мощи волхвов впервые были обретены святой равноапостольной царицей Еленой и перенесены в Константинополь, а в V веке – в Медиолан, современный Милан. Из Милана останки прославленных волхвов были сначала перевезены по суше на специальных подводах, а потом на судне по Рейну в Кёльн. Здесь они нашли достойное пристанище. Доподлинно известно, что мощи волхвов были привезены в Кёльн в 1164 году. Согласно преданию, царица Елена привезла мощи волхвов из Святой Земли в Константинополь. Затем один из епископов Милана, который был родом из Константинополя, получил мощи в подарок. Примерно в IV веке и увез их с собой в Милан. Милан.
Собор хранит множество других святынь. Это и изображение Мадонны, украшенное драгоценностями, и древнейшее деревянное распятие, подаренное архиепископом Геро. Кёльнский собор является местом упокоения многих церковных иерархов, а сокровищница собора наполнена старинной церковной утварью. Собирать реликвии приходилось по крупицам. В одной семье царице Елене удалось найти вещи святого семейства. Среди них пелены Богомладенца. У иудеев все, связанное с первенцами, считалось священным. Его первые одежды хранятся годами, как напоминание о том, что Господь благословил семью ребенком. Возможно, сама Дева Мария хранила покрывало Богомладенца всю жизнь, а потом передала их в надежные руки. Древний Ахен находится в часе езды от Кёльна. Ныне небольшой городок, когда-то резиденция римских императоров. В Ахенском соборе хранятся пелены Иисуса. С 798 года Карл Великий начал возведение этого собора. Он питал особую слабость к своему родовому поместью – Пфальцу. Это поместье принадлежало еще его отцу, королю франков Пипину Короткому. Опираясь на небольшой кружок архитекторов, художников и просто образованных людей, сложившихся при его дворе, Карл Великий развернул в Ахене обширное строительство. Он намеревался устроить в своей ахенской резиденции Новый Рим. Через 5 лет после коронации Карла, в 805 году, была освящена дворцовая капелла. В свое время она считалась одним из прекраснейших зданий Европы. Ахенский собор стал усыпальницей Карла Великого. Реликвии, которые были сюда привезены, по сей день собирают тысячи паломников. Нынешний настоятель собора, доктор Август Петерс, лично проводит экскурсии и исследует историю святых собора. Во время побега святого семейства в Египет было холодно. У младенца Иисуса не было одежды. Это были небогатые люди. И поэтому из одежды Иосифа была сделана новая одежда для ребенка. Это так называемая пелена. Много лет царица Елена потратила на то, чтобы отыскать и сохранить христианские святыни. Прошло время, и сегодня ее саму почитают как праведницу, а церковь приравняла ее подвиг к трудам апостолов. Тело царицы стало реликвией, однако ее останки, как и другие величайшие реликвии мира, обрели свою историю, полную неожиданных поворотов и хитросплетений. Царица Елена умерла в преклонном возрасте на руках у сына и была похоронена в Риме. Константин Великий отдал для погребения матери ковчег, который готовил для себя. Долгое время тело находилось в Риме, но позднее мощи обнаруживали в разных местах, порою самых неожиданных. Чтобы продолжить наше исследование, мы отправились во Францию. Сейчас мы находимся в провинции Шампань. Конечно, первое, что приходит на ум, когда слышишь это название, это знаменитое игристое вино. Действительно, именно здесь было изобретено шампанское аббатом Пьером Периньоном в 1688 году. Однако мы прибыли сюда
Желая проследить историю мощей святой Елены, нам стало известно, что именно здесь, в аббатстве, сберегались ее святые останки с IX века. Монах по имени Теоджис исцелился возле мощей святой Елены в Риме. Благодарность за исцеление он решил выразить необычным образом. Он спрятался ночью в храме, похитил мощи и увез с собой в родное аббатство Атвиллер. Его поступок не получил всеобщего одобрения. Когда монах принес похищенные мощи в свой монастырь, ему не поверили, и подлинность мощей поставили под сомнение. В монастыре собрали комиссию из ученых монахов. Допросив Теоджиса, убедились, что все рассказанное им правда. Для того, чтобы урегулировать конфликт с папой, в Рим была отправлена делегация. Приехав на место, монахи убедились в том, что из Рима мощи Елены недавно исчезли. Конфликт с папой удалось сгладить, а мощи остались во Франции в аббатстве Атвилля. С IX века аббатство стало центром паломничества для всего Реймского епископства. Монастырь, в котором хранились мощи, процветал. Их подлинность была подтверждена соответствующими документами. Мощи находились на месте до определенного времени. В наше время туристов в эти края привлекает главным образом шампанское. Однако древнее аббатство Атвиллер существует и поныне. В его храме прямо на стене можно увидеть ковчег, где начертаны годы жизни царицы Елены. Но ковчег пуст. Неизбежно наступает момент, когда задумываешься над жизнью и самим собой. Над жизнью, какой ее Господь задумал для тебя. Над собой, что ты сделал, чтобы приблизиться к его замыслу. Чем большую разницу обнаруживаешь, тем сильнее перемена в сердце. То, что произошло в душе Елены в момент ее покаяния, отзвуком прокатилось по всей империи. Эхо тех далеких событий до сих пор доносится до нас. Во времена царицы Елены Париж представлял собой невзрачное поселение и носил название Лютеция. В Римской империи он не имел большого значения, и царица вряд ли была в этом городе. Теперешний блеск он приобрел гораздо позднее и своим великолепием очаровал не одну царицу.
Триумфальная арка, Эйфелева башня, Лувр, Версаль. Сколько людей замирает в восторге уже от одних этих названий. Париж покорил не одно женское сердце. Возможно, если бы Елена жила в другое время, она выбрала бы именно этот город. Или она все же выбрала его? Мы в Париже, городе бесчисленных дворцов и площадей, широких бульваров и изысканных кафе. Этот город вдохновлял Мане и Гогена. Здесь родились герои Бальзака и Дюма. Очарование Парижа признают все. Но мы прибыли сюда по другому поводу. Не ради Эйфелевой башни или шедевров Лувра. Мало кто знает, что этот город связан со святой царицей Еленой. В старинных криптах парижских соборов хранятся бесчисленные святыни, история которых тесно связана с жизнью святой царицы. Нам стало известно, что в одном из храмов города хранятся святые мощи и самой Елены. Попробуем отыскать их. Останки царицы Елены повторили судьбу тех святынь, которым она посвятила свою жизнь. Их похищали, дарили, продавали. Им поклонялись и хотели ими владеть. Пролежав долгое время в Риме, мощи царицы Елены попали во Францию, и, проделав замысловатый путь, ныне хранятся в церкви Сен-Ле-Сен-Жи. По крайней мере, так говорят исторические документы. Это небольшая церковь, зажата современными зданиями на одной из оживленных парижских улиц. Среди кафе и магазинов найти ее непросто. Если верить старым описаниям храма, мощи должны находиться в специальном ковчеге возле распятия. Но служащий храма Мишель утверждает, что реликвии там нет. Даже если знаешь наверняка, что в этом храме хранятся мощи святой Елены, то найдешь их далеко не сразу. Они лежат в крипте под алтарем католической церкви. Здесь, в Сен-Ле-Сен-Жи, мощи сберегались почти два столетия, но был период, когда об этом факте надолго забыли. Во время Французской революции, когда начались гонения на церковь и монастыри разрушались, один из монахов обители в Шампани, его звали Дон Гроссар, спрятал реликвию. В 1882 году, состарившись, пережив тюремное заключение, аббат искал возможность передать надежные руки мощи царицы Елены. По чудесному стечению обстоятельств, в это время к нему обратились рыцари Святого Гроба Господнего, представители Святогробского братства в Иерусалиме. Они считали Елену основательницей своего ордена, и Дон Гроссар отдал им святые останки Елены. В те времена Святогробское братство собиралось в Париже, в католическом храме Сен-Ле-Сен-Жи. Сюда рыцари и принесли святыню. Отец Николай Никишин до мелочей помнит, как обнаружил забытый реликварий. Я просто по документам обнаружил, что здесь должна быть Елена. Потребовался вот исторический анализ, там, церковно-канонический и все прочее. И вдруг, вот действительно, в 96-м году вот возникло это осознание, что никаких препятствий нет. То есть ни исторических, ни дискуссий не было, ни тех, кто говорил, что нет. Просто было просто всеобщее изумление. Ковчег оказался самый простой, из дерева, там покрашенный, вот он там наверху, ну, позолочено чуть-чуть. И вот мы так торжественно перенесли ее, значит, вот переложили, в новый ковчег. И тем самым она приблизилась, конечно, к нам. В храме Сен-Жиль, возле мощей царицы Елены, происходит нечто удивительное. Под католическим куполом уживаются две общины – католическая и православная. Православные молебны у мощей Елены регулярны. Верующие со всего мира стремятся попасть в небольшую парижскую церковь. Это место почитает и так называемый «русский Париж». Иммигранты – люди, для которых Франция стала вторым домом. Настоятель католического храма, отец Бернар Мари Жофруа, искренне рад православной общине под сводами веренной ему церкви. Нашел
Все вместе мы познаем друг друга, общаемся друг с другом. Наши общины очень дружны. Основная часть мощей царицы Елены находится в парижском храме Сен-Жиль. Однако со середины XIV века ее глава находится в Трире, в том самом соборе, где покоится хитон Господа, привезенный Еленой из Иерусалима. 18 августа, когда католики чествуют равноапостольную царицу, Трирский собор становится центром масштабного праздника. Мощи царицы Елены проделали непростой путь, и, скорее всего, их история еще не закончена. Часть ее мощей находятся в разных городах и в разных государствах, словно игнорируя их границы. Однако обратимся туда, где находится сегодня одна из величайших святынь христианского мира. Прикоснуться к ней было заветным желанием царицы Елены. Париж начинался с острова Сите. Сейчас его называют сердцем города. Здесь находится нулевой километр, точка отсчета французских дорог. Здесь же стоит храм Богородицы, и трудно найти человека, который ничего бы о нем не слышал. Архитектор Нотр-Дам-де-Пари наверняка был человеком гениальным. Парадоксально, но имени его мы не знаем. Зато много знаем о святынях, хранящихся в соборе Парижской Богоматери. Святынях, связанных с последними днями земной жизни Иисуса Христа. Вокруг этого храма витает масса историй и легенд, таинственных, мистических, порой невероятных. После собора Парижской Богоматери Виктора Гюго он многим навевал тревогу и казался мрачным, полным призраков. Способствовали созданию этого образа химеры и горгульи, обязательные спутницы пламенеющей готики. Изумляют также невероятные размеры этого сооружения. Но для христианина это храм во имя Богородицы. Все богородичные соборы во Франции называются одинаково – Нотр-Дам, то есть посвященный Божьей Матери, а буквально нашей Владычице. Первый камень в основании собора был заложен в 1163 году. Строительство длилось без малого 170 лет. Естественно, смена эпох и течений отразилась во внешнем облике монументального здания. Романский стиль постепенно сменялся готическим. В его линиях царят вертикали и стрельчатые формы. Неповторимый голос собора таится в шеститонном колоколе, висящем в правой башне. Этого гиганта может раскачать только очень сильный человек. Таким, по легенде, и был Квазимодо. Согласно другой легенде, при отлитии колокола были использованы золото и серебро. Когда в 1400 году его собирались отлить из бронзы, парижанки бросали в расплавленную массу свои драгоценные украшения. Еще одна отличительная черта собора – орган, самый большой во Франции. Высота основного купола собора не превышает 40 метров, но из-за своих башен и шпилей храм кажется гораздо выше. Одно время в 90-метровом шпиле соборной башни хранились святыни – терновый венец и мощи святых. То был великий день. Помочь отыскать крест в городе, стертом с лица земли, могло только чудо. И чудо свершилось. Крест был найден, а вместе с ним и терновый венец. Драгоценная находка была аккуратно уложена Еленой в ларец и увезена к сыну, императору Константину. Тот ждал, верил, что эти святыни помогут поддерживать веру в молодой христианской империи. Это был венец страданий Христа
и корона надежд Константина. Где хранился венец первые три века, неизвестно. Царица Елена привезла его в Константинополь из Иерусалима вместе со многими другими святынями. Он находился в столице Византии до 1204 года, времени разграбления империи крестоносцами. Настоятель Нотр-Дам-де-Пари монсеньор Патрик Жакен поведал нам историю тернового венца. Терновый венец Христа Спасителя сначала был перевезен в Венецию. Французский король Людовик Святой выкупил его у венецианцев за огромные деньги. Когда терновый венец привезли в Париж, король сам вышел, чтобы встретить эту святыню. От ворот города, босой, в простой рубахе, он донес эту святыню до храма. Исплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Терновый венец Спасителя находится в Париже с 13 века. Поклониться ему приезжают со всего мира. Это торжественное и волнующее событие происходит в первую пятницу каждого месяца. Венец традиционно выносят священнослужители в сопровождении членов Святогробского братства. Их одеяние не меняется с древних времен. Белые накидки с красными крестами. Процессия со священным киотом торжественно обходит весь собор. После молитвы каждый может приложиться к святыне. Все больше именно православных паломников. Именно православных паломников приезжает в это время в Париж. И, конечно, для них встреча со столь значимой святыней, которая непосредственно возводит мысли о страстях Господа, да, очень важно. Потому что святой Терновый Венец, как и святой Крест, как и все, что связано со святой Еленой, становится после воскресения Господа символом. Символом победы жизни над смертью. Сколько раз Париж менял свой облик на протяжении столетий. И все так же, как и сегодня, проходили люди мимо Нотр-Дам. Одни не замечали его, другие боялись, иные взирали в благоговейном волнении. А он все смотрел и смотрел с высоты на Париж. Этот город всегда притягивал туристов и художников, паломников и поэтов. Можно прожить в этом городе несколько лет, но он так и останется для тебя загадкой. Его понимание всегда ускользает от тебя. Город-праздник, город-мечта, город-сон. Капризный и непредсказуемый. Он благосклонен к одним и беспощаден к другим. Однако за его парадным фасадом можно увидеть и другую сторону парижской жизни. Суета метро, повседневная работа, нищета. Это город с тысячей лиц. Какое лицо он откроет в следующую минуту, не знает никто. Константин и Елена в своем желании привести в империю как можно больше христианских святынь положили начало целой традиции. Впоследствии купцы, крестоносцы, пилигримы, странствующие монахи
просто волонтеры использовали любой удобный случай, чтобы приобрести христианские святыни. Порою не гнушались и использовали самые разнообразные способы, чтобы получить эти реликвии в свое пользование. В Шартре хранится одна из древнейших и величайших христианских святынь. Жители города считают, что ей во многом город обязан своим существованием. Шартр находится в 90 километрах к юго-западу от Парижа. Уютный городок, до сегодняшнего дня сохранивший атмосферу древности. Старые каркасные дома и трактиры, нависающие над водой небольшой речушки, каменные мосты и глухие переулки – все несет в себе очарование средневековой Европы. Здесь сохранились даже древние приспособления для прачечных вдоль берега. Когда-то местные прачки обстирывали весь Париж. Над старинными улочками возвышается громада Шартрского собора, посвященного Деве Марии. Он сохранился до наших дней практически нетронутым. Храм знаменит своими витражами. Его голубая Мадонна имеет неповторимый оттенок. Его так и прозвали «Шартрский голубой». Секрет получения этого насыщенного и чистого цвета был утрачен. Однако витражи не помутнели со временем. Сцены из Ветхого и Нового Заветов, сюжеты из жизни пророков, королей, рыцарей, ремесленников и крестьян ярко врезаются в память. На полу собора мозаикой выложен загадочный лабиринт, датируемый 1205 годом. Пилигримы проходят его от самых дверей до алтаря. Это символ пути к Богу. Здесь он, как и в жизни, не прямой и легкий, а запутанный, требующий усилий души и тела. Двигаясь в суровом полумраке собора, вдруг натыкаешься на место, от которого веет теплом. Здесь хранится главная святыня храма – плат Богородицы. Согласно преданию, именно этот покров был на Богоматери в момент рождения Иисуса Христа. На месте современного Шартрского собора издавна стояли церкви. Во время появления покрова Богоматери в городе велась реконструкция уже четвертого по счету собора. Его освятили в 1260 году. Карл Лысый пожертвовал для собора драгоценную реликвию – покров Девы Марии. Нынешний настоятель собора отец Обер знает историю святыни в деталях. Сначала эта реликвия находилась на Святой Земле. В 876 году внук Карла Великого Карл II по прозвищу Лысый дарит святыню городу Шартру. К святыне с почитанием относились все, от простых людей до императоров, а с особым почтением императрицы, носившей в чреве детей. Они приходили сюда для того, чтобы получить благословение на свое материнство. Я считаю, что эта святыня является мостом, который может примирить две церкви, католическую и православную. Мы знаем о почитании православными покрова Пресвятой Богородицы. Даже в иконографии она часто изображается с платом. С покровом Девы Марии связано несколько чудес. Первое произошло, когда в 911 году город оккупировали норманны. Шартрский епископ, уповая на заступничество Девы Марии, вывесил покров на городской стене. По свидетельствам летописи, норманны обратились в бегство. В 1194 году произошло второе чудо, когда Шартрский собор, где хранился покров, был практически уничтожен пожаром.
Во время пожара ларец с покровом Девы Марии уцелел. Со временем от основного плата был отделен отрезок. Его поместили в другой киот и стали выносить на большие церковные праздники для крестных ходов и поклонения верующих. Елена жаждала, чтобы реликвии, найденные ею на Святой Земле, сохранились в вечности, чтобы в забытии и повседневности они не потеряли своей силы. Если бы Господь открыл ей будущее, и она узнала судьбу святынь, осталась ли бы она довольна ею? Насколько ее замысел совпал с тем, как человечество сохранило обретенные ею реликвии? Много лет собирала святыни царица Елена. Сколько раз она побывала в Палестине, довезла ли все обретенные реликвии до места назначения, какова их точная история. На многие вопросы ответов нет. Возможно, тайны сокровищ царицы Елены еще откроются миру. Мы же будем продолжать наш путь, чтобы, как и Елена, идти к истине.